Дом Российского исторического общества. Участники круглого стола обсудили влияние, которое колониальная эксплуатация оказала на социальное и экономическое развитие государств Африки, Азии и Латинской Америки, пути преодоления негативных последствий колониализма, а также историю развития антиколониального движения. Опираясь на военно-технологическое превосходство, европейцы огнем и мечом прокладывали себе дорогу к дешевым ресурсам и к колоссальным рынкам сбыта. Жажда наживы толкала их на совершение самых бесчеловечных преступлений. Едва ли может быть вычеркнута из истории трансатлантическая работорговля, насильственное распространение в Китае опиумных наркотиков, уничтожение целых этносов и культур. Современный коллективный Запад, уверен Сергей Нарышкин, всячески цепляясь за ускользающее господство, по-прежнему смотрит на другие страны, как на объекты колониального порабощения. Нынешним лидерам Запада свойственно утверждать, что положение их стран якобы обусловлено эффективностью демократических институтов. На самом же деле благополучие неоколониальных держав построено на крови, несправедливом и насильственном перераспределении средств в ущерб всем тем, кто не является частью так называемого «золотого миллиарда». При этом наша страна может по праву гордиться тем, что в свое время возглавила антиколониальное движение, открыв многим народам мира новые возможности для развития. Традиционно Советский Союз, еще до этого Российская империя, Советский Союз поддерживали независимость, суверенитет африканских стран, ну, начиная с того, что в 60-м году именно Советский Союз был инициатором принятия Генеральной Ассамблеи ООН декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. СССР поддерживал на континенте союзников, и Египет во время Суэцкого кризиса поддерживал национально-освободительные организации и движения, которые боролись с колониализмом и расово-дискриминационными режимами. Во второй половине 20 века СССР подписал соглашение о сотрудничестве с 37 африканскими странами. В результате усилиями советских специалистов были возведены 600 промышленных и социальных объектов. Не случайно сегодня многие из африканских и азиатских партнеров России выступают в поддержку инициатив, основанных на международном праве и на принципах многополярности. То, что делают современные колониальные державы, ну, в первую очередь, я говорю об Африке, это вытягивание талантов, это вытягивание способных людей, а не подготовка кадров для экономики, вот, собственно, самих африканских государств. Я бы сказал, что это такой колониализм в квадрате. И у России здесь позиция принципиально другая, об этом Евгений Александрович сказал. Наша политика здесь направлена на то, чтобы содействовать развитию африканских государств, чтобы готовить кадры для их экономик. Тема колониальной политики западных стран впервые была поднята на встрече президента России Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий 4 ноября прошлого года. По ее итогам, Миноборнауки России совместно с Российской академией наук и Российским историческим обществом было дано поручение подготовить материалы об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств. Работа уже идет. На предстоящем международном форуме «Россия-Африка» будет представлена историко-документальная выставка. Также запланирован цикл просветительских мероприятий для молодежи. Кроме того, проблематика колониализма будет освещаться в рамках ежегодной программы Российского исторического общества на Восточном экономическом форуме. Служба информации фонда «История Отечества».